Всем привет, с вами снова Павел Сидорик. Мини-ролик, небольшая самоделка для зачистки стен. Если вы стены зачищаете вручную, мы зачищаем стены, бывает машинным способом, бывает вручную. Если объект маленький, то используем, скажем так, ручной труд. Если объект большой, то берем в аренду Planex или какое-то другое зачистное оборудование и зачищаем стены. Сейчас я покажу приспособление самодельное для зачистки стен вручную. На мой взгляд, очень удобное. И мало того, что удобное, этим устройством нереально просто поцарапать стену. Даже если вы даете в руки это приспособление, вот эту вот площадку круглую подсобнику, и он, не умеючи зачищать стены, очень маленькая вероятность, что он сделает какие-то эффекты. Вообще в природе существует очень множество площадок всевозможного типа. В основном все используют такие квадратные. Они есть разные, чуть толще, чуть-чуть уже. Есть без ручки, с таким плоским держателем. Значит, из чего состоит эта площадка? Вообще есть в природе оригинальные такие вещи. Они производятся, допустим, такая американская фирма, как Full Circle делает такие площадки. Они даже с шарниром, и можно зачищать с помощью удлинителя. Называется Radius 360. Принцип точно такой же. Значит, сейчас покажу, как она устроена. Ручка, собственно говоря, взята от обычной терки, обычной площадки. Чуть ее подкруглили, значит, пластмассовая основа может быть абсолютно любой. Можно купить в магазине кусок пластмассы, вырезать по кругу, ну и, собственно говоря, диаметр можете сделать любой. Диаметр у нас здесь 220. Под диски, которые используются на планексе, на других зачистных приспособлениях, диаметр диска 200. Этот, по-моему, даже 230 диск. Значит, на пластмассу наклеивается поролон. И после этого на уже поролон наклеивается вот такая вот липучка. Соответственно, покупаются в магазине диски. Они могут быть с дырочками, без дырочек. Дырочки — это для механизированной зачистки. Приклеивайте, и все, можно зачищать. В чем фишка? В том, что вот эта вот поролоновая прокладка не дает стене царапаться. Когда зачищается стена, стены не идеальные, бывают какие-то некоторые бугры. Если зачищать площадкой на твердой основе, то можно перетереть, допустим, верхние слоя до бетона. А эта площадка мягкая, она позволяет огибать какие-то крупные неровности. Плюс ко всему, допустим, у таких вот прямоугольных площадок, у них очень часто вот эти края, они царапают стену. То есть зачищаешь, смотришь, и раз, и попался какой-то камушек, или задралась наждачная бумага, и поцарапал стену, надо зачищать. А здесь же такой проблемы нету, потому что край мягкий. И как я уже говорил, можно дать человеку абсолютно неквалифицированному подсобнику, и он, в принципе, довольно-таки качественно зачистит стены с помощью такой площадки. Такую площадку можно купить заводскую. Заводская площадка такая стоит, радиус 360, примерно в Америке без удлинителя где-то долларов 60-70, соответственно, плюс доставка. Но почему я сделал эти площадки вручную, самодельные? Потому что у нас сейчас ввели ограничения на посылки из-за границы 22 евро, и поэтому, к сожалению, сейчас уже, скажем так, если заплатить растаможку, не так привлекательно становится оборудование из Соединенных Штатов. Поэтому пришлось сделать самостоятельно. Если у вас тоже нет возможности заказать из Штатов ту же самую Radius 360, можно сделать
своими руками. Я думаю, вам будет приятно работать той вещью, которую вы сделали своими руками. Если вам было интересно, не забываем ставить лайк. Также подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч. С вами был Павел Сидорик.